увидеть чемпионов вживую и задать им самые разные вопросы. В Самаре прошла встреча с титулованными спортсменами Ольгой Артешиной и Александром Кудашевым. Они рассказали о том, как начинали свой путь в спорте, переломных моментах, травмах, а также поделились тем, о чем думают в самые ответственные моменты на соревнованиях. А для нас, для спортсменов, это, наверное, тоже очередной повод, как-то, наверное, понять, что наш путь был проделан не зря, передать свой опыт вот в этом большом спорте подрастающим поколениям, поделиться, рассказать. Я завершила уже спортивную карьеру, но мне все равно это очень приятно. Это очень важно. Это является мощным стимулом, мотиватором для того, чтобы, когда вот в такой неформальной встрече вопрос-ответы, знаменитые чемпионы находятся на расстоянии, так можно сказать, вытянутой руки. Александр Кудашев рассказывает, когда был ребенком, попал на встречу с именитыми пловцами и тоже захотел добиться высот в спорте. А теперь передает свой опыт подрастающему поколению. Может, вот именно сегодняшняя встреча для кого-то станет стимулом пойти записаться на какой-то вид спорта. И в дальнейшем у них будет цель, к которой они будут стремиться, чтобы стать чемпионами. Ольга и Александр принесли с собой медали с разных соревнований, чтобы показать гостям и раздали автографы. Встреча прошла на площадке выставки «Самара», которая сейчас открыта в музее Алабина и доступна для всех желающих. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.